Нефтеюганск, как всегда, масштабно отмечает День Победы. В 12 часов начнется парад. На Комсомольском бульваре откроется Юганский Арбат. А на площади Юбилейная пройдут народные гуляния. Большинство этих событий вы сможете увидеть сегодня в нашем эфире. А утром Нефтеюганск присоединился ко всероссийской акции «Рекорд Победы». По команде в 10 часов участники начали отжиматься. Общий результат должен быть равен количеству послевоенных дней. Площадь перед жемчужиной Югры в считанные минуты заполнилась желающими поучаствовать в необычном флешмобе. В основном это воспитанники спортивных секций и их наставники. Спортсмены города Нефтеюганска! Все уже готовы на счет 3. Начинаем первую серию из 20 отжиманий. Раз, два, три! И все продолжаем. Давай, давай, вы сможете в этом счете. Это рекорд победы. Учитель физкультуры Турал Мусаев отжимается каждый день и сегодня готов показать класс в память о своем прадедушке, погибшем на войне. Ну вот 27 тысяч – это очень много. Сколько вы готовы сюда вложить в эту копилку? Ну, думаю, 150 точно дам. Все силы дам, как и отдали наши прадеды, деды. Организатор акции в Нефтеюганске Сергей Семухин утверждает, что за один раз может отжаться аж 500 раз. Но сегодня времени было мало. Акция продолжалась всего 15 минут. По его мнению, количество отжиманий пока не столь важно. Главное, что участников с каждым годом становится больше. Мы начинали с 2016 года. Включались потихонечку, как бы два года сами. Начиная с организаторами «Рекорд Победы» Российской Федерации, ребята из стрит-воркаута, мы с ними сообщились. И в этом году мы уже полностью зарегистрировались на сайте рекордпобеды.рф. Нефтеюганские акции «Рекорд Победы» проходит в третий раз. Сегодня она привлекла более 300 участников. На следующий юбилейный год ждут не менее 1000. Тогда каждому надо будет отжаться всего 27 раз.